Всем привет, с вами Зверько. Появилось настроение сделать очередную классовую аналитику. На этот раз малый и неявный класс дизейблеры. Это персонажи, чья основная задача мешать противнику дебафами и разным вредительством. К явным дизейблерам я отношу Нану, Рафу и Вексану. Нана. Нане изменили пассивку. Я напомню, ранее пассивка давала скорость бега за навык, наносивший вред противнику. Теперь же собирать Нану в АДК мавитон. Взглянем на навыки. Первый навык. Замедляет при попадании скорость бега противника на 40%. Второй превращает в кошака примерно на 2 секунды и вешает замедление на 3 секунды. А ульта подкидывает пачку героев на 1 секунду. Значит, мы имеем 3 навыка, помогающих нашим союзникам, 2 из которых блокируют навыки, что отлично. Далее возьмем Рафу. Это саппорт дизейблер. Редкий и сложный персонаж. Играть за нее не сложно, но играть как про – вот задачка. Это означает отдавать весь фарм союзнику, замедлять противника при отступлении или при добивании, не промахиваться ультой и ускорять союзника в критичный момент. Что-то я съехал на гайд по привычке. Давайте посмотрим. Первый навык – урон и засвет противника, плюс пассивка замедления на 1.5 секунды. Второй навык – незначительное исцеление и ускорение себя и союзника на 1 секунду. Про Рафа использует этот навык интуитивно. Коротко, сложно описать. Ульт станет на 1.5 секунды, но от него можно увернуться, оптимально при применении в упор. Итого, имеем 2 навыка на дизейблинг и 1 короткий баф. Вексана, пушер дизейблер. Первый навык контролит и притягивает противника на 1 секунду. Второй обеспечивает навешанием пассивки на крипов и противников. Смерть крипов вызывает взрыв. Третья, ульта. Она не только наносит урон, но и режет 40% от хила, что в нынешней мете заменяет целый айтем. Кроме того, кукла убитого перса навешивает дебаф, отвлекает и имеет некоторые характеристики, достойные отдельного видео. Все 3 персонажа не нацелены на урон своими навыками. Вексана такой стала после нерфа урона. А задача этих героев – вред противнику статусами. Менее явные дизейблеры – это Кагура, Иритель и Руби. Кагура имеет замедление с броска зонта, с ульты и 2 перемещения с помощью ульты – это толчок и притягивание. Смешанная задача – урон плюс замедление. Иритель является сейчас мощным стрелком, который может с помощью ульты навешивать статусы группе противников. Первым навыком срезает броню, что увеличивает урон для всех союзников, и масса замедления вторым навыком. Основная задача та же – большое количество урона. Руби. Рукастая Руби с закупом в КД и танка – настоящее проклятие. Тут и притягивание, и 2 микростана, и замедление, да еще все это группе целей. Задача – полутанк дизейблер. Беда в том, что если у противника много ранжевиков, Руби будет втухать по задаче дизейблера. Других героев нельзя обчислить к дизейблерам, поскольку очень многие имеют стан, но этот стан одиночен, имеет большое КД и зачастую используется для внесения собственной комбы. Это оценочное мнение и не является собой истиной. Пишите в комментариях на YouTube, стоит ли рассказывать о пушерах. А Зверько покидает здание.